На данный момент мы имеем прогноз на четверг, что в первой половине дня будет сильный юго-западный ветер. Анапчане знают, что это сильный шторм плюс тягун. Безопасность будет обеспечена только исключительно в трех местах. Это станица Благовещенская, центральный пляж города Анапы, Малая Бухта. Все остальные территории практически не прикрыты спасателями на сегодняшний день. Мы не можем все 73 километра пляжной территории и все водные объекты муниципального образования. Достаточно сказать, что их только 38 одних прудов накопителей. Поэтому, еще раз повторяю, что это три места, где будут организованы эти мероприятия. Они будут организованы как в рамках безопасности, защиты правоохранительными органами, обеспечено дежурство специалистов здравоохранения и спасателей.